В Анапе уже классифицировано 78 объектов размещения по категориям. 5 звезд получили 2 объекта, 8 обладателей 4 звезд, 3 звезды у 37 объектов, 2 звезды получили 23 объекта, по 1 звезде у 4 мини-отелей. Гостиница «Агат» на Пионерском проспекте работает с 2008 года. Сейчас проходит классификацию на 3 звезды. Чтобы гостиница соответствовала всем нормативам, здесь устанавливают пожарную сигнализацию для обеспечения безопасности гостей и персонала. Если мы хотим конкурировать с кем-то, где-то, во-вторых, более представительный вид иметь должно предприятие. Как любое предприятие должно совершенствоваться, и это один из толчков к тому, чтобы привести к европейским стандартом, да, наш бизнес. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Игорь Сенченко рассказал участникам заседания Совета по малому и среднему предпринимательству, что Анапа занимает 2-е место по классифицированию гостиниц и других средств размещения среди муниципалитетов Кубани. На 1-м месте Сочи. С 1 июля 2015 года в Краснодарском крае предоставление гостиничных услуг временного проживания и размещения не допускается без свидетельства классификации. Собственников пансионатов, гостиниц, отелей, не прошедших процедуру классифицирования, ждут штрафы. Индивидуальные предприниматели, первый штраф до 20 тысяч рублей, для юридических лиц до 200 тысяч рублей. Предприниматели, оказывающие курортные услуги без соблюдения ГОСТов и нормативных требований, тем самым создающим угрозу жизни и здоровья отдыхающим, могут быть подвергнуты в судебном порядке приостановления деятельности на 90 суток. В помощь предпринимателям сформирована межведомственная рабочая группа под председательством заместителя главы Анапы Людмилы Терещенко. На официальном сайте администрации создана страница с подразделами, где указана памятка для собственников средств размещения, перечень аккредитованных организаций, расценки на услуги и перечень объектов, которые уже прошли эту процедуру. Классифицироваться должны все объекты размещения с номерным фондом более 5 номеров и также частники, у которых земельный участок оформлен по ДЖС. Кому необходима помощь в начале процедуры классификации, могут обращаться в управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города и получить консультацию.